Проигравших нет, а победители – это дружба и позитив. Сегодня в Воричах на базе средней школы прошла эстафета «Быстрее, выше, сильнее» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все подробности в репортаже Кирилла Сосолятина. Проблемы и трудности остались за стенами спортивного зала, а здесь борьба и желание победить. Они болеют друг за друга, поддерживают, кричат и то и дело поглядывают на команду соперников, чтобы убедиться, что их не обогнали и шансы на победу еще есть. Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» – одно из мероприятий акции «Время ГТО». Организаторами выступили специалисты Оричевского центра социальной помощи семье и детям. Участники эстафеты – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это обеспеченные семьи. СОП, семьи группы риска. Для таких детей мы проводим практически ежемесячные мероприятия и в клубах организованных, и на базе центра нашего. Такие мероприятия решают сразу несколько задач. Во время эстафеты ребятам приходится работать в команде, они становятся общительнее. А спортивная направленность и дух соревнований прививают детям любовь к спорту и подвижным играм. С такими семьями, конечно, мы стараемся работать не только с детьми, но и в первую очередь с родителями, потому что, как правило, такие дети из не очень благополучных семей, там существуют проблемы и алкоголезависимости, табакокурения, бродяжничество, может быть, где-то сейчас идут спайсы и наркозависимость. Как следствие. То есть мы стараемся, конечно, оказывать поддержку этим семьям, не только вот в плане таких мероприятий. Всем участникам эстафеты достались сладкие призы, а самым быстрым и ловким еще и специальные грамоты. В ближайшее время в Оричах пройдет весенняя неделя добра, которая также направлена на поддержку семей в сложной жизненной ситуации. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.